преддверии Дня Победы по всему Пушкинскому городскому округу проходят митинги и возложения цветов памятникам, связанным с Великой Отечественной войной. К мемориалу «Скорбящая мать» 8 мая пришло немало школьников, в их числе ученики 2 В из Пушкинской школы номер 6. Ребята пришли с гвоздиками и шариками. Наши шарики символизируют, ну, по нашему мнению, души воинов, героев, которые отдали свои жизни, и мы решили почтить память их этими шариками с символикой цветовой. Все ученики 2 В класса были одеты в детские светоотражающие жилеты. По пути к мемориалу ребята не раз переходят дорогу, поэтому для своей безопасности они все в жилетах. После возложения цветов дети запустили в небо шарики. Евгения Кломиц, Пушкинское телевидение.